Привет всем нашим! Совсем скоро динамовское дерби, именно по этому поводу вы смотрите новый выпуск «Бело-синей викторины», которая посвящена, правильно, динамовскому дерби. И наши сегодняшние гости даже не подозревают о том, что сегодня мы будем говорить совсем не о футболе. Вопросы будут только лишь про город Брест. Ну что, друзья, смотрим и до встречи в воскресенье на футболе, здесь, на стадионе «Динамо». Да, и одевайтесь потеплее, то как-то уже реально становится холодно. Погнали! К динамовскому дерби мы подготовились особенно, и сегодняшние гости нашей передачи, нашей бело-синей викторины, те ребята, которые знакомы с Брестом не понаслышке, это Владимир Хвощинский и Алексей Гаврилович. Добрый день. Всем привет. Владимир Хвощинский, воспитанник брестского футбола. Первый матч за «Динамо» Брест провел в 2008 году. В «Минское Динамо» перешел в 2013 году. За свою карьеру принял участие в 20 динамовских дерби, по 10 в каждом клубе. В этих матчах отличился 8 раз, по 4 в каждом клубе. Алексей Гаврилович, воспитанник «Минского Динамо». За «Динамо» Брест выступал с 2016 по 2018 год и был капитаном команды. Летом 2018 года вернулся в наш клуб, за который уже выступал с 2009 по 2011 год. Принял участие в 6 динамовских дерби. Сразу я, наверное, спрошу, вот, Алексей, вот у тебя, Леша, как тебе город Брест? Ты там провел 2,5 года, какие впечатления остались? Город очень красивый, не похож, наверное, ни на один белорусский город, с своим таким интересным укладом жизни, поэтому очень хороший город. Ну, у Вовы, наверное, даже не стоит спрашивать про город, это, можно сказать, почти родной город для тебя, правильно? Ну, несмотря на то, что в Бобруйске родился. Все друзья, да, родственники там живут. И жены мои знают там все. И футбольную жизнь там начинал. Все друзья футбольных очень много. Так что, да, очень нравится город Брест. Ну и такой вопрос. Как у вас в школе были дела с историей Беларуси? Ну, от этого сегодня будет много зависеть. Ну, значит, Вова с победой, наверное, тебя. Не, у меня тоже так. Ну, у меня так себе. Ну вот и посмотрим. У нас сегодня 10 вопросов, по ускоренной программе мы пойдем. Суть простая, правильный ответ 1 балл, 3 варианта ответов у вас будет, у каждого нужно будет по очереди отвечать. Мы начинаем. Первый раунд. Крутите волчок. Первый вопрос и первое название города Бреста, которое было зафиксировано в летописях. Вариант А – Берестовица, вариант Б – Берестье, вариант В – Брест-Литовск. Вова, ты первый отвечаешь. Б, я думаю. Берестье. Брест-Литовск, пускай будет. Владимир Хвощинский у нас завоевывает первый балл. Леша, не зря поздравил да с победой. Да, у Вовы были вопросы, наверное, про Викторину. Нет, ну тут у нас все честно, так что не надо тут... Здесь коллеги. Что вы себе позволяете? Я, впрочем, честный судья. Второй вопрос. В легенде о возникновении города именно березовая береста, собственно, в честь чего Брест и назвали, помогла одному купцу преодолеть это. Что же это такое? Вариант А – озеро Свитязь, вариант Б – река Припять и вариант В – болото. Леша, ты первый. Болото. О. Тоже. 1-1. По второму вопросу и... Что ты это, мои ответы берешь, потому что там... Брайан отвечает у нас, ребята. Именно болото, по легенде о названии города Бреста, помогло одному купцу преодолеть его, собственно, в честь чего он и назвал город. Третий вопрос, счет 2-1 в пользу Владимира Хвощинского. Когда была построена Брестская крепость? Основные ее сооружения. Вариант А. 1798 год. Вариант Б – 1842 год. Вариант В – 901 год. 1901. Владимир Хвощинский отвечает у нас первый. Б. 1842 год. Да. Алексей Гаврилович. 1898. Слушайте, у меня такое ощущение, то, что Вова не спал сегодня ночью, изучал историю Брестского края, потому что он снова дает правильный ответ. В 1842 году была построена Брестская крепость, было торжественное открытие, и у нас счет 3-1. Вова у нас вообще выходит вперед.
Так, Илюша не подготовился. Видимо, время, которое ты проводил в Бресте, знакомился мало с историей города. Не было времени, все было в тренировках. Да, ты не закрепил просто. Мы вообще думали, по футболу будет вопрос, да. А не по Брест-Литовску. Не, ну ты точно не думал, что по футболу будет. Он знал, да. Мы ему слили немножко. Итак, 3-1 счет в пользу Хвощинского. Четвертый вопрос. На территории крепости создан заказник для наблюдения за этим видом млекопитающих, которых здесь, в крепости, действительно очень много. Их колония одна из самых больших в Европе в принципе. Что же это за вид млекопитающих? Вариант А – летучие мыши. Вариант Б – бобры. Вариант В – барсуки. Ну и для Леши Гавриловича четвертый вариант ответа – морские котики. Леша, ты первый отвечаешь. Четвертый не буду брать. А вдруг? Морских котиков много в Бресте будет? Пускай первый. Летучие мыши. Владимир? Тоже. Тоже бобры? Нет, тоже летучие мыши. А, не получилось, не получилось. Хотел дать шанс Лёше, но опять отвечаете правильно. Именно летучих мышей очень много находится на территории Брестской крепости. Ну, собственно, это не мудрено, потому что очень много казематов, очень много там фортов. Переходим к пятому вопросу. Еще в 20 веке Брест отличался уникальной системой нумерации. Если ты шел по улице в сторону уменьшения номеров домов, ты обязательно пришел бы куда? Вариант А – набережная. Вариант Б – Брестская крепость. Вариант В – вокзал. Леша? Все первый отвечают. По очереди же. Ну дай ты шанс. Да ладно, да. Набережная, Брестская крепость, ну, и набережная. Вокзал. Брестская крепость. Брестская крепость. Ну вот и первый вопрос, на который никто не дал правильный ответ. Действительно, еще в 20 веке было так, то, что если ты шел по уменьшению нумерации домов, ты обязательно приходил к железнодорожному вокзалу. Не набережная, не крепость, а именно вокзал. Сейчас уже, к сожалению, нумерация нарушена, но вот такой был интересный факт. Счет 4-2 у нас остается. Переходим к шестому вопросу. Что располагалось на гербе города Брест-Литовск? Одно из названий городов, в середине 19 века. Итак, первый вариант – элементы Брестской крепости, второй вариант – зубр, третий вариант – солнце. Брестская крепость. Элементы Брестской крепости отвечает Леша Гаврилович. Вова. Зубр пусть будет. Не хочется, конечно, заканчивать викторину раньше времени, но, похоже, Вова Хвощинский ни одного шанса Леша не оставит. Он снова отвечает правильно. Действительно, зубр располагался на гербе Брест-Литовска. 5-2 у нас счет. Владимир Хвощинский уверенно выходит вперед. Еще больше увеличивает отрыв. Леша, ну надо как-то попытаться его догнать. Не, ну, хотя если викторина Проспинск была, конечно, было бы шансов мало. Так? Ну, собственно, да, коренное обрещание не оставляет никаких шансов. Было бы неправильно, если бы я не поддался Вове и не уступил ему в викторине про Брест. Так что... Молодец. Про футбол думали. Честно, думали, что про футбол будет вопрос. Но мы решили немножко удивить. Ты просто ну, не предупредил, нельзя так делать. Больше не приду к себе. Ну так ты ж выигрываешь, все ж хорошо. Ну, повезло просто. Итак, седьмой вопрос. В 1895 году в Брест-Литовске случилась большая беда, которая разрушила большую часть города. Что же это было? Вариант А – очередной набег поляков. Вариант Б – землетрясение. Вариант В – пожар. А что, умнее не мог ничего написать, а? Кто отвечает? Отвечать будет Друзь. Друзь? А где он? Не знаю ваши проблемы, ищите, спрашивайте. Отвечает Владимир Хвощинский. Думаю... пожар. Ну, я тоже думал пожар, но отвечу тогда на бег поляк. Набег поляков. Да, к сожалению, ошибается Леша, и Владимир Хвощинский дает очередной правильный ответ. Уже шестой. Я тоже думал, что пожар. Все-таки повторяться, но смысл мне уже... Был бы шанс догнать его все-таки. Да? Но у нас уже счет 6-2. Действительно,
1895 году в Бресте случился очередной пожар. А в истории этого города их было действительно много, и в очередной раз большая часть города была разрушена. Да, к сожалению, такой вот грустный факт в истории есть. И мы переходим к восьмому вопросу. Когда был освобожден Брест от немецко-фашистских захватчиков? Этот день, собственно, является днем города. Вариант А – 28 июля, вариант Б – 14 августа, вариант В – 3 сентября. И снова 3 сентября. Прям как у Шахутинского песни. 28 июля. Так, Алексей дает 28 июля. Что скажет Лова Пащинский? Вот, и город должен... Или 28 или 3-го, по-моему. Ну вот будет стыдно, ну, вот не ответить на этот вопрос, когда я обещаю. 3-го сказать, потому что 28-го сказал. Ну, пускай 3-го будет. 3 сентября. Ну, можно застыдить Владимира Пащинского. Коренной брещанин не знает, когда день города. Тебе должно быть стыдно. А вот Леша почему-то запомнил этот праздник. Я не отмечаю, у меня тренировки все время. А Леха все время в парке там ходил, гулял, значит, и отмечал. А день города Пинска когда? Не знаю. А Минска? Саня, какие вопросы были? На тренировке. Саня, викторина про Брест. Что это за... Про Брест и про футбол. Вот, коренной брещанин, кстати, тоже не знает, когда день его родного города. Когда будет викторина про Пинск, я скажу. Значит, в следующий раз сделаем братинский кто-то. Договорились. Так, счет 6-3. Алексей Гаврилович чуть-чуть сокращает отрыв. Переходим к девятому вопросу. На месте чего сейчас находится современный кинотеатр в Беларуси? Часто там бывали вообще? Один раз. Всего лишь один раз? За то, что он не будет? Ну. Да ладно. Одно из самых, наверное, популярных мест в городе. Леха снимал дом, у него домашний кинотеатр был. Зачем ему ходить было? Вряд ли. А ты его... Ну, я ходил частенько. Там, если честно, в центре особо больше некуда сходить. Один кинотеатр нормальный такой. Да. Бывал часто, да. Ну, сразу такой вопрос просто, куда же ты, Леша, ходил туда в Бресте? Никуда, но дети маленькие, еще не... фильмы не смотрят. Поэтому не ходил в кинотеатр. Ходил в парк в основном. Я жил рядом, поэтому в основном был в парке. Так, ну и еще раз повторю вопрос. На месте чего находится современный кинотеатр «Беларусь»? Вариант А – пожарная часть, вариант Б – тюрьма, вариант В – синагога. Во. Тюрьма. Знаешь или нет? Нет, сейчас, честно. Очень так уверенно ответил. Уверен, что-то знаю. Может, неправильно. Алёша? Ну, пускай будет... пускай будет пожарная часть. И опять ни одного правильного ответа у нас нету, на самом деле. На территории главной синагоги города Бреста был построен кинотеатр «Беларусь», вернее. Десятый вопрос, он уже, собственно, ничего не решает. Родиной какого белорусского промышленного бренда является Брест? Опять-таки, наверное, может, Вова даже сразу ответит. Не знаю. Все-таки, я просто дождусь. Все-таки три варианта ответа. А. Атлант. Б. Гефест. В. Витязь. Атлант, наверное. Гефест. Во. Я думаю, Гефест. Гефест, да. Да. Действительно правильно отвечает Владимир Пащинский. Я что говорил, Лович тоже исправляется, да. Долбало. Ну и действительно, Брест является родиной завода Гефест. Это... Мы поздравляем с победой в нашей белосиней викторине Владимира Пащинского. Вова молодец, да, неплохо подготовился, историю Бреста знает, и на самом деле это очень неплохо. Ну, конечно, кроме Дня города. Это вот такой серьезный косяк получился. Ну, и пользуясь случаем, мы хотим пригласить всех наших болельщиков на динамовское дерби, которое состоится уже в это воскресенье здесь, на стадионе «Динамо». Ребята, пару слов болельщикам. Очень важный матч нас ждет в любом случае. Да, хотелось бы пригласить всех любителей футбола, всех болельщиков Минского «Динамо», чтобы поддержали нас, и я думаю, что будет интересный матч, поэтому приходите все на футбол, поболейте за «Динамо». Да, приходите, мы вас ждем, тем более такая арена отстроена, это для кого-то же делали. Люди, приходите, тут все есть для комфортного просмотра футбола, и нам очень нужна ваша поддержка. До встречи на стадионе! Минск и Брест. Два города и одно гордое имя. История, дружба, традиции. Но на футбольном поле только бескомпромиссная борьба.
В воскресенье встречаемся на стадионе «Динамо». Нас ждет динамовское дерби. Начало матча в 17:00. Приходите заранее. Только Минск. И все на «Динамо».